Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал «Футбол. Это жизнь». И это третий выпуск рубрики «Форд ФИФА». Итак, мы перед самым началом мы откроем 5 случайных игроков на футхеде. Нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Итак, друзья, постараемся сейчас хорошо сыграть в Фортнайте, чтобы усилить нашу команду относительно именно в обороне, попытаться или через французскую лигу выйти. Здесь вот можно нам какого-нибудь хорошего полузащитника из француза из АПЛ, тогда здесь уже просто можно оборону будет из АПЛ делать, и тогда мы уже будем в каждом выпуске открывать только золотых игроков. Переходим к первому матчу. Ну что ж, 36 случайных игроков. Мне кажется, за это открытие можно поймать кого-нибудь угодного. Начнем. Нет, 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 нет. Александр Каларов. Возьмем. На всякий случай, вдруг там что-нибудь у нас после это получится собирать серию. А, так что пока это да. Нет, нет, возьмем. Нет, нет, нет. Future Stars, Хакими, это его максимальная карточка. Но у нас есть там какие-нибудь игроки из Бундеслиги, поэтому пока что это, конечно же, да. Нет, 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 нет. Друзья, икона. Фернандо Иерро. Мы его, конечно же, возьмем. Тем более у нас есть еще карточка 89. Ну а сейчас нам это очень сильно поможет, потому что у нас не сыгран сильно Михалик. Тем более, это очень хорошо, что еще и в обороне нам надо залатать дыры. Так что это, конечно же, да. Нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Итак, друзья, неплохо. Так у нас после первой игры обновился состав. Новая икона в составе. Это его бэби-версия. У него максимум это 91, поэтому, надеюсь, он у нас надолго останется в составе. Ну, только еще раз вам говорю, нам нужен хороший полузащитник, французский из АПЛ, и тогда все будет у нас шикарно. Химия уже 91, друзья, так что, скорее всего, уже скоро мы будем открывать только золотых игроков. Ну что же, переходим ко второй игре. Итак, друзья, занял я 49-е место, поэтому мы открываем 26 случайных игроков на футхеде. Итак, 26 случайных игроков. Надеюсь, что-нибудь нам хорошее выпадет, и со следующего выпуска нам получится уже открывать только золотых игроков. Поехали. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ну вот его мы, наверное, все-таки возьмем. У него есть 86-й, еще и Лига Европейская карточка. Ну вот, Лига Чемпионскую мы возьмем. Да. Нет, 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 нет. И последний игрок. Давайте возьмем. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, набираем 30 лайков. Выходит 4-я часть. С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол. Это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания. И мы снова пьем, 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 гуляем ночью, спим днем, днем, днем. Один большой сон, сон, сон.